Суспільно-політична програма «Тема дня». Про те, що стосується кожного. Вітаю усіх, хто слухає Радіо Дніпро. В ефірі програма «Тема дня». Для вас працює ведуча Альона Гребельник. У Дніпрі 29 липня на вулиці Любарського сталося займання трамваю, який рухався за маршрутом номер 9. Пожежникам вдалося швидко ліквідувати горіння рухомого складу. Дані про постраждалих відсутні. Про це зазначили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Сьогодні ми будемо говорити про безпечність громадського транспорту у Дніпрі, про те, чи комфортний цей транспорт, а також про підвищення вартості проїзду. І у нас в студії гість – директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігор Маковцев. Вітаю вас, пане Ігорю. Да, добрий день. Шановні радіослухачі, ми працюємо у прямому ефірі, тож якщо маєте запитання, надсилайте їх на наш вайбер. Він працює за номером 096-447-1303. Повторю, 096-447-1303. Тож, пане Ігорю, стосовно ситуації із трамваєм, який загорівся, ми звернулися за коментарем до Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Тож, на початку програми пропоную послухати, як цю ситуацію прокоментував інспектор відділення пожежної та техногенної безпеки 8-го Державного пожежного рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Андрія Волошина. 29 липня 2019 року о 8 годині 43 хвилини надійшов сигнал, що по вулиці Любарського 135 відбулось загорання трамваю маршруту номер 9, коли відразу було направлено відділення 3-ї державної пожежно-рятувальної частини 8-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області на основному пожежному автомобілі АЦ-4/60 на базі МАЗ. По прибуттю на місце виклику командиром відділення встановлено, що займання виникло під днищем трамваю під час руху. Горіла коробка силової лінії електромережі на загальній площі 2 метри квадратних. О 9 годині 1 хвилина пожежу ліквідовано. До ліквідації залучено одну одиницю техніки та 5 чоловік особового складу. Загиблих чи травмованих немає. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється правоохоронними органами. Взагалі, наскільки часто трапляються ось такі випадки надзвичайні з міським транспортом? За липень місяць інших подібних викликів не надходило, тому можна сказати, що це поодинокі випадки. Також з'явилася сьогодні інформація, ось, наприклад, на сайті 056 є інформація, що близько 9 ранку сьогодні біля Дніпровського національного університету загорілася пасажирська маршрутка номер 101. Займання нібито виникло у районі заднього колеса. Чи можете підтвердити цю інформацію? І взагалі прокоментуйте те, що ми почули у запису. Як вважаєте, що треба робити, аби таких ситуацій вдалося уникнути? Ну, смотрите, комментировать мне надзвичайную ситуацию очень сложно со стороны работников МЧС. Насколько я понимаю, это чистая статистика, то есть это факт зафиксированный, действительно, их действия. Их действия были очень правильные, ну, достаточно быстро, насколько я знаю, приехала помощь, и очень быстро они локализовали данное возгорание, и подвижной состав был потушен. Что касается непосредственно самого возгорания, то есть там есть предыстория, то есть этот вагон, он один из тех, то есть тип это был Т4Д, это один из тех вагонов, которые приобретались также бэушных, но они приобретались, я помню, 9, ну, порядка 9 или 10 лет назад. Тобто це не ті нові, що придбали нещодавно? Далеко не ті, не ті трамваї. Тобто я о тих ми окремо поговоримо. Вони ще не знаходяться на маршрутах. Тобто предварительно вагон був заявлен по неисправності. Тобто неисправність обнаружили раніше у цього вагона. І він вже двигався непосредственно в депо, без пассажиров. То есть неисправность в вагоне уже была, и пассажиры были выпущены, и вагон снят был с маршрута и двигался в депо на ремонт. Ну и в процессе движения уже произошло возгорание. То есть это уже как следствие неисправности этого возгорания. То есть действительно, если смотреть о статистике, у нас
ну, эти возгорания достаточно редкие. Там в прошлом году было одно, по-моему, еще там на 11-м маршруте трамвая. Комментировать причины, ну, причины – это короткое замыкание. То есть вы должны понимать, что со временем изоляция, она имеет свойство старения. То есть такое вот понятие старения изоляции – это потеря своих диэлектрических свойств. То есть со временем, с течением времени изоляция подвергается ухудшению своих диэлектрических свойств. Ну и логично, что если у вас свойства критичные, то есть уже изоляция не выполняет свою функцию, только ведущие материалы между собой соприкасаются. То есть в этот момент, а в данном случае это была действительно силовая часть, то есть это высокое напряжение, и сечение позволяет, соответственно, пропустить достаточно большой ток. Ну, при пропускании большого тока, понятно, выделяется большое количество энергии, ну и как лавинообразный процесс в итоге возникновения пожара. Ну, взагалі, така ситуація, вона може трапитись з новим транспортом або тільки зі старими? Смотрите, то есть ситуация с пожаром, она же может, если не применять противопожарные меры, да, то есть она может возникнуть в любом подвижном составе, и не только подвижном составе, то есть это как бы такая ситуация непредсказуемая. Понятно, что сейчас ведется расследование о причинах возникновения этого пожара, то есть потому что в процессе эксплуатации необходимо проводить ряд противопожарных мер. Если мы говорим электрического оборудования, то, соответственно, силовое оборудование перед каждым выпуском подвижного состава, при прохождении технического обслуживания, текущего технического обслуживания, необходимо измерять так называемую прочность изоляции. Она регламентирована определенными нормами, и для силовой, и для силовой цепи управления должна там становиться не менее каких-то определенных значений. То есть, соответственно, сейчас будем проверять, проверять документы, проводилось ли это плановое испытание изоляции, ну и, соответственно, искать лиц, которые выпустили этот подвижной состав, который привел в дальнейшем к возгоранию вагона. То есть это недопустимая ситуация, это критический случай. То есть вы же видите, эти случаи не так часты. Ну, по результатам, понятно, будем понимать, что с этим произошло. Ось ця ситуація з маршруткою, ви щось чули? Це правдива інформація? То есть, действительно, есть факт, то есть, есть действительно факт в районе, как вы правильно говорите, заднего колеса. Сейчас у меня нет информации о причине. То есть, о причине. Мы можем только гадать, если это в районе колеса, то, вероятнее всего, может что-то произошло с заклиниванием тормозной системы и в итоге там повышение температуры, но это только мои сейчас доводы, и, там, информации о конкретной причине у меня еще нет. Так, зрозуміло. Ви можете, будь ласка, пояснити нашим слухачам, хто взагалі має слідкувати за технічною справністю транспорту, безпечністю, адже усі люди, громадяни, вони хочуть почувати себе безпечно під час поїздок, так? І наскільки часто проходять ці перевірки? Ну, тут можно разделять на самом деле, да, автомобильный транспорт и электротранспорт. То есть, что касается электротранспорта, там существует так называемая планово-предупредительная система ремонта, и она внедрена в электротранспорте, и она внедрена очень давно и работает очень давно. То есть, есть определенный регламент работ. Он разбит на временные интервалы и, соответственно, на пробег. То есть через определенное время, если это текущий там осмотр, либо текущие ремонты, через определенный километраж пробега подвижного состава прописаны определенные регламентные работы, которые необходимо выполнить с трамваем, либо с троллейбусом для того, чтобы содержать его в технически исправном состоянии. То есть понятно, что в любом случае есть случайные поломки, то есть внеплановые, так мы называем, заходы подвижного состава.
но сам контроль за техническим состоянием прописан заводом-изготовителем в виде рекомендаций, что касается планового предупредительного ремонта. Перед каждым выпуском подвижного состава проводится определенная работы по определению технического состояния, так называемая приемка вагона или приемка подвижного состава, где обслуживающий персонал внешним осмотром также определяет видимые и невидимые, ну, невидимые не может, то есть видимые повреждения. То есть и у водителя есть также в конце концов право принять этот подвижной состав или не принять этот подвижной состав на линию. То есть непосредственно со стороны органов контролирующих, да, то есть вот кто коррупция. То есть первое, если про электротранспорт, это непосредственно сам перевозчик, как электротранспорт, он должен выполнять эти регламентные работы для того, чтобы поддерживать в технически исправном состоянии подвижной состав. Также и в автомобильном движении, в автобусном движении. Что касается законодательства, непосредственно перевозчик, первый, кто ответственен за техническое состояние подвижного состава, согласно закону. И теперь органы, которые это могут проконтролировать. То есть органы этих два. Что касается там, глубины протектора рулевого колеса, там, внешних осмотр, работающих световых приборов и так далее, то здесь у нас полное право имеет полиция, то есть патрульная полиция, которая контролирует правила дорожного движения и часть технических требований, предъявляемых к транспортным средствам, которые находятся на улице, они прописаны прямо в правилах дорожного движения. Ну и основной орган, который контролирует непосредственно безопасность, это Укртрансбезпека. Это тоже государственный орган, который имеет полное полномочие и право, и все регламентные как бы, свои работы выполнять по непосредственному контролю транспортных средств, как и внутри транспортного предприятия, так и на линии. А є якісь штрафи, якщо ну перевізникам, якщо, наприклад, щось трапилося, там да, люди постраждали? Там є определенные вещи, которые в итоге... Ну, если люди пострадали, это уже переходит уровень пострадавший, да, там, если уже средней тяжести пострадавший, то там уже идет и уголовное правонарушение. То есть, соответственно, создается следственная группа, и это уже переходит в рамки криминального как бы, кодекса. Если это просто нарушение в техническом состоянии, понятно, это уже в админкодексе, то есть какие там у нас уровни штрафов прописаны на те или другие виды нарушений. Пане Ігорю, якщо говорити так в цілому, взагалі, як ви можете зараз оцінити стан громадського транспорту, що б хотілося змінити, можливо, покращити як? Ну, ви повинні розуміти, що состояние подвижного состава в целом в городе, это же не одного дня или не одного года процедура. Снова же, тут необходимо разделять электротранспорт так. И автобусный транспорт. То есть в основном автобусные перевозчики, они у нас частные, то есть нас нет в городе, то есть такой вот нюанс в городе, у нас в городе нет коммунального автобусного транспорта. То есть нет у нас как вот Киев-Пастранс, там, Львов-Пастранс, да, то есть у нас все автобусные перевозки обеспечиваются частными компаниями. А если сказать про маршрутное такси, это тоже? У нас нет вообще понятия маршрутного такси в городе. У нас все автобусные перевозки в городе работают в так называемом обычном режиме движения. То есть маршрутное такси как режим движения у нас в городе не присутствует. Потому говорить, что это маршрутка, это просто принято исторически в виде формы подвижного состава. Да? Если вы видите спринтер, тогда вы говорите, что это маршрутка. Если вы видите там Volvo первого класса или Mercedes первого класса, вы говорите, это автобус. Так, на самом деле, то есть это все автобусы, автобусное движение, автобусные маршруты, которые работают в обычном режиме. И то есть не, не в режиме маршрутного такси. Приватные перевозчики, так? Это все частные перевозчики.
И если говорить об этом транспорте в целом, то основная такая вот закупка подвижного состава происходила где-то там в 2012, в 2011, в 2013 году. То есть понятно, что этому как бы способствовало. Здесь есть очень простое объяснение и очень длинное сложное объяснение, которое мы там в процессе формирования тарифа провели несколько там этапов громадских слушаний, насколько кому там доказали, кому не доказали, это судить можно там достаточно сложно, но там есть определенные как бы доводы, определенные аргументы, на которые невозможно не обращать внимания. То есть самый простой как бы объяснение обновление или качество подвижного состава, то есть или технического состояния подвижного состава, это экономическое состояние дохода предприятия. И я здесь сравниваю очень просто, то есть это понятно любому, любому маломайски образованному арифметически мыслящему человеку. Если вы помните, то курс валюты в 2013-2014 году, ну, в 2014 уже начало колебание, то есть в 2013, 2012, 2011 году это была примерно стабильная цифра, и она находилась в районе 10 гривен. Все понимаем, да? То есть это там плюс-минус, то есть в районе 10 гривен. А при этом разовый проезд в автобусе стоил в районе 5 гривен. То есть несложными арифметическими исчислениями мы получаем, что разовая поездка в автобусі того времени стоило 50 центов. Так, давайте про вартість трошки пізніше. Гаразд, ми зараз ще таке питання про нові трамваї та тролейбуси, адже відомо, що йде закупівля останні роки. Можете розказати, що вже купили, що плануєте купити, і коли ми їх побачимо вже, так би мовити, у русі? Ну, тут знову ж вопрос настільки длинний, що ми його можна розказувати там несколько. Я не розумію, з чого почати. Да, то що тролейбуси, купили? Тобто тролейбусів купили більше 50 штук. Так. За останні 4 роки. То есть сейчас мы чётко говорим о том, что мы обновили выпуск подвижного состава на 50%. Выпуск, то есть не общий парк тролейбусный, потому что он там составляет порядка 160 машин. То есть это треть получается всего лишь. Но выпуск у нас там находится возле 100 единиц. Ну и соответственно мы говорим, что сейчас выпускаем мы подвижного состава на линию где-то на 50% обновленного. То есть достаточно этого сейчас, недостаточно. Судить снова же субъективно можно, потому что и в последние же годы, согласно программе мэра города Бориса Филатова, объявление годов электротранспорта и развития электротранспорта, мы в рамках этих проектов и восстанавливали маршруты электротранспорта, и, соответственно, строили новые маршруты электротранспорта. Следовательно, направлений появляется больше, и, соответственно, они требуют больше подвижного состава на тех или иных направлениях. Потому мы видим, что спрос у людей существует на электротранспорт. Последнее время я все чаще и чаще слышу от жителей города слова благодарности непосредственно в троллейбусном движении, потому что мы приняли решение, хотя дороже гораздо, но покупать более кондиционированный подвижной состав. И в данном случае по условиям, да, там, перевозки мы конкурируем по основным направлениям с автобусными перевозчиками. То есть реально конкурируем. Если раньше это было невозможно проконкурировать, потому что считался воспользовавшийся электротранспортом не актуально, да, то есть в основном это пользовались малообеспеченные слои населения и, соответственно, льготники. Ну, льготный вопрос – это отдельный вопрос. Мы сейчас достаточно большую социальную такую составляющую закрываем при помощи электротранспорта. Но качество перевозок, что касается троллейбусного движения, явно возросло, и с этим спорить, ну, достаточно сложно. Так, если говорить про трамваи. Достаточно этого, недостаточно, ну, понятно, нет предела совершенства. На данный момент, я это говорил достаточно часто, существует взаимная договоренность с Европейским банком реконструкции и развития,
цена всего проекта порядка 13 миллионов гривен, и там уже проведены тендерные процедуры. На данный момент идет согласование с банком, подписание непосредственно договоров на поставки с поставщиками. То есть там есть два предприятия. Одно предприятие будет поставлять 42 машины троллейбусных, мы так говорим, обычным, то есть там автономный ход до километра, и 12 машин, там будет автономный ход 12 километров. То есть в общем 44 машины еще приедет в ближайшее время в город для обновления. Так, це тролейбусы, трамваи. Да, что касается трамваев, то есть, ну, тоже слышали, если не слышали, горожане, мы купили в лизинг 20 единиц трамвайных вагонов, это Т4Д, которые были и работали в городе Лейпциге, Германии. Точно так. На данный момент мне сегодня отчитались, что готовых 5 уже, потому что там необходимо было провести модернизацию, ну так, образно, модернизацию, капитальный ремонт мы это называем, на переформирование на новую ширину колеи на 1524 мм. То есть на данный момент полностью проведены работы по восстановлению лакокрасочного покрытия вагонов, то есть мы его полностью как бы отревизировали, и на данный момент уже 5 вагонов практически готовы выйти на линии. Вони там знаходяться зараз або вже в Україні? Нет, в Украине, то, потому что реформирование мы делаем на своей базе. Мы ни у кого не заказываем эти услуги, то есть покупаются только запасные части, и в мощностях ремонтных мастерских трамвайно-троллейбусного управления, то есть, соответственно, это можно делать. Дивіться, ще таке питання, багатьох мешканців цікавить питання, чому це трамваї з Німеччини? У нас в Україні можна купити рухомий склад? Беушний? Ми же говоримо ті, які були в употребленні, да? Тобто це ті, які вже експлуатувалися. Тобто чому їх взагалі покупають? Цікаве питання, чому в Німеччині вживані купують, так? А где? В Дніпродзержинська купити или з Кривого Рога? Як відомо, ну, я думаю, у Дніпрі є компанія, так, яка займається чим? Продажем трамваїв. Це так? В смысле, продажем трамваїв? Тобто я должен взяти не напрямую поставщика трамваїв, а ще й у якоїсь компанії між собою поставити чи поставити. Тобто ви вважаєте, що купити вживані в Німеччині це буде гарна, це гарна взагалі ідея, так, ніж купувати їх в Україні. Або в Україні їх взагалі не производять. Ви нам роз'ясніть. Ви не розділяєте вопрос. Тобто у нас в Дніпрі є компанія, яка поставляє трамваї. Які? Я вас запитую. В бывшому употребленні компанії? Чи ні? Ну, звісно, будь-яка компанія в Дніпрі може купити їх в Германії, а потім привезти і продати мені можливо, в Україні. Можливо, це підприємство є в Україні, чи взагалі в Україні не випускаються? Підприємство, яке виробляє бушні трамваї? Нові? Можливо. Ну, і, да. Так давайте розділяємо. Ми про які трамваї говоримо? Ми про нові говоримо або про бушні? Чому вживані купують, а не нові? Ні, ви неправильно задаєте питання, тому я не ловлюсь на вашу уловку. Да? Гаразд. Давайте розділяємо. Тобто ми говоримо о бывших в употребленні трамваях, либо о нових трамваях. Тобто, дійсно, є в місті Дніпрі підприємство, і всі його знають, це підприємство «Татра-Юг», которая позиционирует себя как производитель трамвайных вагонов. То есть, действительно, у нас оно есть. Ну, во-первых, бэушными трамваями они, ну, не торгуют, хотя, понятно, они могут это сделать, купив в Германии, да, привезти в Украину, там много нет. Теперь мы разговариваем об экономической составляющей. То есть, если говорить о трамвае К1М6, который там сильно разрекламирован непосредственно определенными пиар менеджерами этой же компании, то стоимость его в эквиваленте в евро находится порядка 1 миллиона. То есть в переводе в гривны мы получаем 30 миллионов гривен, это один
трамвай трехсекционный, это даже не пятисекционный, а трехсекционный, потому что если пятисекционный, то он будет гораздо дороже. Так, це новий. А вживаний скільки коштує? То есть в Україну он заходит со стоимостью 39 тысяч евро. То есть миллион евро и 39 тысяч евро. Так, мы разумеем. Но если миллион разделить на 39 тысяч, ну, 40, если открутить, то сколько я могу купить на миллион евро? Мы зрозуміли цю математику. Да, то есть математика очень обычная. Снова же, эти трамваи, К1М6, если мы про них говорим, они имеют, понятно, новые как бы требования по стандартам подвижного состава, и в законодательстве говорят, что не менее 70% низкого пола должно быть. Соответственно, низкий пол требует занижения клиренса. Клиренс – это расстояние между головкой рельса, да, до самой нижней части подвижного состава, для того, чтобы образовался, то есть, ну, определенные как бы требования по бесступенчатому полу. Мы действительно его испытывали, эту машину, на линиях города в прошлом году. Мы его загрузили песком, провели испытания. Ну, там двоякие как бы мнения по нашим условиям эксплуатации. Ну, снова же, поставщик уверил о том, что наши требования это можно там образно подкорректировать, но снова же, основополагающее в покупке новых трамваев это есть непосредственно цена, и второе это состояние полотна. Нецелесообразно сейчас покупать новые вагоны на старую колею. То есть это у нас есть в планах, снова же, вести переговоры с европейскими банками по инвестиции, в дальнейшем инвестиции по электротранспорту, и, соответственно, там мы рассматриваем и как приобретение новых трамвайных вагонов, и, соответственно, реконструирование и капитальный ремонт путей. Потому что новые вагоны без путей покупать это будет бессмысленно. Так, зрозуміло. Пане Ігорю, ми запитали у мешканців Дніпра, поцікавились, так, чи комфортно, зручно їм користуватися міським транспортом. Давайте далі послухаємо. Естественно, мене не устраивает повышение цен в транспорті, ні в електротранспорті, ні в маршрутках. Качество все равно не изменится от этого ні в лучшую, ні в худшую сторону. Ну, может, в худшую, разве что. Вот. А то, что цены повышаются, зарплаты на месте, это, конечно, ужасно. Вам зручно, комфортно користуватися громадським транспортом? Зручно? Ну, поки що нема студентів, коли він не забитий. А так, вообще, есть новые троллейбусы, которые удобные. Там кондиционер, ну, бывает, конечно, не работает, но вообще удобно, да. Но то, что повышаются цены, будут уже, конечно, ненормально. Я редко пользуюсь общественным транспортом, но те, в кавычках, счастливые моменты забыть тяжело, особенно летом, очень жарко в общественном транспорте. Хочется, чтобы наш общественный транспорт, в том числе маршрутки, трамваи, троллейбусы, в 21 веке уже были оснащены системой кондиционирования, и все делалось для людей, которые пользуются этим транспортом. Як вважаєте, ціна 8 гривень за проїзд у маршрутному таксі, вона відповідає якості? Мені складно сказати, але якщо цей рост ціни буде оправданий і буде улучшатися качество перевозок, то чому ні? Більше всього користуюсь трамваєм, тому що как бы, там, ну, в центрі нахожусь. А качество подвижного состава. Стоимость, в принципе, вполне устраивает. Я готов платить даже больше, если как бы, ну, будет комфорт, условия. Ну, то есть они как бы не будут ломаться, рассыпаться по дороге. То що с 3 серпня вам відомо, що буде підійматися вартість до 6 гривень? Нет, неизвестно. Це вас влаштовує? Если как бы качество подвижного состава, оно будет как-то меняться, то устраивает. Но я подозреваю, что не будет. То есть как бы те трамваи, которые купили, они тоже точно такие же бэушные. А маршрутки тоже рассыпаются.
Ну, ось так ми почули те, що люди говорять. І хочеться вас запитати стосовно вартості. Ось так відомо, що з 3 серпня очікується зростання вартості проїзду у транспорті. Це стосується, розкажіть нам, будь ласка, усіх видів транспорту та усіх маршрутів? Або це стосується деяких маршрутів та тільки електротранспорту, наприклад? Ну, давайте попробуем проговорить то, что сказали так непосредственно жители нашего города. Ну, я вижу, что они как раз четко подтвердили ту как бы позицию, которую я говорил перед этим. То есть мы явно видим улучшение в троллейбусных движениях. Кондиционеры, да, действительно, некоторые выходят из строя, но за этим постоянно следят работники КП. Я думаю, что в последнее время мы вывели эту проблему вообще за рамки, ее сейчас не существует. А что касается трамвайного движения, то есть параллельно закупки бэушных трамваев, там образно из Германии, ну вы должны понимать, это совершенно не тот подвижной состав, который проэксплуатировался у нас 10, 15, 20, 25 лет. То есть эти трамваи у них полностью прошли в свое время полную модернизацию и, соответственно, непосредственно выделение средств на текущее содержание этих вагонов находилось совершенно в других умовах, порядках цифр выделения средств на эти машины в процессе их эксплуатации. Следовательно, мы имеем очень положительную практику впоследствии эксплуатирования этих трамвайных вагонов уже непосредственно на наших маршрутах. Но, снова же, возвращаясь к основной проблеме не только подвижного состава, то есть в трамвайном движении проблема одна касается подвижного состава, но вторая, она касается все-таки рельсового пути. Рельсовый путь у нас находится в большинстве своих случаев в критическом состоянии. И капиталовложений, которые требует непосредственно инфраструктура рельсового пути, и оно гораздо выше, чем даже покупка подвижного состава как такового. Следовательно, мы говорим о том, что нельзя здесь решать проблему частично там, покупкой или ремонтом того или иного вида подвижного состава. То есть проблему нужно решать комплексно. И инфраструктуру, которую в принципе никто не обращал внимания в городе больше 20-25 лет, вообще никто капитально ремонтировал. В прошлом году мы только увидели, там часть Курчатова мы переклали, там Севастопольский кусок. Но это просто уже критические моменты, там, где можно заполнять. Если вернуться снова же к тарифообразованию, в данном случае вы говорили про электротранспорт, то есть решение исполкома, понятно, говорит о том, что в целом в электротранспорте, там нет разделения на маршруте, одному столько, другому столько. То есть это в целом в электротранспорте, более того, и метрополитен. То есть это и трамвай, троллейбус, и метрополитен. То есть поднятие идет до 6 гривен. Так, у нас декілька хвилин, будь ласка, ще про тарифи у маршрутку, давайте і будемо вже закінчувати наш диалог. Ну, давайте так попробуем. То есть, что касается автобусных перевозок, то есть, если лаконично, снова же и правильно говорить, есть решение исполкома о граничном тарифе. То есть, если там устанавливается конкретный тариф, то в автобусном движении устанавливается граничный тариф, он может быть меньше. Следовательно, на данный момент то, что мы там договорились с общественниками, ведется работа с перевозчиками. То есть мы четко понимаем, что просто поднять стоимость тарифа на автобусном движении, ну, это немного, не то что немного, это некорректно со стороны пользователя. Потому мы сейчас от перевозчиков требуем все-таки улучшение качества обслуживания, и на тех маршрутах, где мы увидим это улучшение качества маршрутов, тогда мы будем рассматривать вопрос о поднятии тарифа. Если мы не видим никаких сдвигов, то, соответственно, повышать тариф на маршруте никто не будет. Шановні радіослухачі, наш ефір добігає кінця. Нагадаю, це була програма «Тема дня». Гостем у студії був директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігор Макавцев. Ми дякуємо вам за участь в цій програмі. Спасибо. Програму підготували ведуча Альона Гребельник та режисер Олександр Сохач. На все добре.
Суспільно-політична програма «Тема дня». Про те, що стосується кожного.